Вот и почистил полосу после плоскореза. Отлично. Прямо-таки замечательно. Блин, капец. Кому я снимаю эти видосы, если их никто не смотрит? Привет, YouTube. Привет, подписчики, гости моего канала. В общем, вчера сделал очередную штукенцию для обработки земли, а точнее для прополки. В прошлом видосе видели, да, как я тремя культиваторными стойками с 330 лапами стрелами пропалывал огород, да? Кто не видел, вот здесь вот видосик, посмотрите. Что мне не понравилось, они практически стояли в один ряд, да, одно чуть было впереди, другое два позади. Что не понравилось, пропуски все равно травы есть, и капитальные пропуски, а гоняться за каждым кустом, это не дело. В общем, сделал себе плоскорез, не знаю, вчера видосик не снимал, что-то было так лень. Ебого, так лень было вообще капец снимать. Ну да бог с ним. В общем, плоскорез. Кусок пластины взял. Взял, значит, размер, ширину 90. Можно было метр отрезать, можно было больше. Ну, сделал 90. Вроде и не метр, ну и чуть шире трактора, чтобы было. Напомню, трактор у меня по крыльям 82, по колесам еще меньше. Вот, значит, толщина пластины, что-то я думал, что поменьше, оказывается, она 12 миллиметров. Это полустальная пластина, заточил ее с одной стороны под хорошим таким углом, ну как заточил, срезал часть металла болгарочкой под углом, потому что если бы я начал точить, я бы, наверное, закончил бы к Новому году только. Вот, кое-как просверлил два отверстия на 10. Я не знаю, сколько раз я подтачивал, подправлял сверла. Там, вот так пройдет, все, уже скрипит, не лезет. Вот. Так, и, ну, соответственно, прикрутил изначально вот таким образом. Вот, в землю. Из-за того, что можно менять угол атаки, но если ее круче ставить, соответственно, землю гнет сильнее. Если ее ставить положе, да, то она опирается на тыльную сторону плоскорез. И много, в общем, скажу вам, в таком положении много остается корней. Просто он их горнет землю и все. Мне не понравилось. Сделал там 2 или 3 прохода. Бреет все замечательно. Легко тянет. Даже без опорного колеса угол атаки поменял, какой нужно. Все, и поехал плоскорезик. Ну, потом думаю, если поставить ее наоборот. Вот таким образом. В общем, перекрутил по-быстренькому. И что получается? Вот в таком положении, вот этот нож, да, плоскорез, я не знаю, как ее назвать, бритва. У него вот оно, где пятно контакта. То есть уже на самой кромке. В этом положении он зарывается моментально. Ну, для этого есть опорное колесо, которое не дает заглубляться ему глубже. То есть выставил ему сантиметра 4-5, я не знаю. Ну, все это на земле делается, как говорится, тронулся тяжело, чуть поднял, отлично, все, поехал. Вот в таком положении, во-первых, он стоит положе, будем говорить. То есть его чуть-чуть, угол атаки там винтом выставил, вот так вот чуть-чуть его поставил. Лезвие стоит, корнями не забивается, земля проходит вообще капитально. Просто выставил и попер. Тема, мужики, вообще, я скажу, я вчера свои пол огорода, я не знаю, минут, наверное, за 20, здесь еще и эту сторону, где лук, чеснок был. Сейчас пойдем, я покажу. Так что, в принципе, сейчас... Пойдемте на огород,
Возьму с собой кофеек. Кстати, кто завтракает, ужинает, обедает, приятного аппетита. Пойдемте туда. Так вот, вчера здесь, я не знаю, но это надо было, конечно, снимать. Вот здесь вот не добрил. Видать, сюда ехал, не дотянул из-за длины трактора. И вот здесь то же самое. Но это мы поправим. Вот он уже сухой, абсолютно сухой везде бурьян, который оставался. Оставалось его тут прилично, мужики, я вам скажу. Вот видно эти полосы от опорного колеса. Это опорное колесо работало. Вот. Вот здесь много, вот, особенно вот там, очень много травы оставалось. Вот, это опорное колесо работало в том положении, как я показывал, в перевернутом. Отлично. Никаких пропусков абсолютно нет. Это я делал маленьким. Вот здесь много травы было. Сбрило все, абсолютно все. Ну, в общем, наверное, я сейчас уберу кукурузу. У меня там тоже сорняка. По ней, мама, не горюй. Уберу кукурузу. Наверное, навешу навеску на большой тракторец. Так сказать, тяжелую технику пустим в бой. Потому что, скорее всего, буду ее вырубывать. И там будут вот эти корни. Загоню, наверное, сантиметров на 10 вниз. И вот эту полосу, сколько она здесь, ну, метра полтора, да, так каких полтора, ну да, пускай где-то метра полтора ширина, я ее мочкану большим трактором, то есть прополим этот участочек. Я думаю, все получится, да, ну, чтобы показать, как это дело работает. Потому что с тяпочкой бегать, ну уже, ну блин, мужики, мы... вещь, тяпочка вещь хорошая, но надо это все дело уже механизировать и модернизировать и улучшать. Поэтому так. Все, сейчас убираю и смотрим. В общем, решил я все-таки выкапывать лопатой. Корни не такие уж и глубокие, ну, чтобы лишний раз не оставлять их в земле. Понятное дело, что это все перепашется. Но пускай лучше они не попадаются. Вот она. Кукурузка. Отлично. А, кстати, да, это малыш. Его даже не видно за этой кучей. Итак, ребят, снял навесочку, перевесил на переломочку. Более тяжелую, более мощную. Поставил бритву вот таким вот. С вот такой стороной, да, то есть, чтобы по минимуму угол атаки, винт полностью выкручен. Ну, при желании можно еще заложить, прикрутить дополнительное крепление и все еще сильнее вывернуть. Ну, этого будет достаточно, я уже вижу. Вот здесь колесо добавил, кстати, для очистки земли, полосу сюда. Также максимально близко, максимально возможно. Здесь посрезал лишнее от диска, чтобы это все дело проходило. Почему здесь приварил? Чтобы оно у меня ставится либо так, как удобно. Чтобы оно работало в обе стороны. Колесо поднял и в таком состоянии стоит 9,5. Ну, будем считать 10 сантиметров от земли. Потому что здесь все-таки неровности. Это еще можно его будет еще приподнять. Ну, это уже другая история. В общем, пробуем на десяточку загнать. Если надо будет глубже, сделаем глубже. В общем, сейчас проверим, что получится. Как это все будет работать. Участочек маленький, поэтому буду, скорее всего, на первой передаче, дабы показать весь процесс.
как оно забило сразу вот здесь между, да, то есть опорное колесо мешает выходу. В общем, сейчас я ставлю эти сюда, так чтобы бритва была дальше, и опорная, соответственно, будет дальше. Никаких проблем. Вот. Поэтому все настраиваю вот в режиме реального времени. Так, развернул стойки, вынес ближе к колесу, теперь опорная подальше, и развернул пластину, чтобы она, возможно, так сильно не зарывалась, а шла на том уровне, на котором надо. Потому что, ну, все-таки земля тяжеловатая, сырая, и 90 сантиметров под землей протащить — это тоже не так уж и легко. В общем, ставлю камеру на штатив, попытка номер два. Так, ну, наполовину выкрученный толреп. Обалденно сейчас, уже не так заглубляется, идет ровно настолько, насколько колесо. Можно даже немножко его поднять. Вот. В общем, сейчас покажу, как оно получается. Мужики, сами все видели прекрасно, да, поначалу, ну понятно, нулевые настройки навески, плюс пластина перевернута, это не то, что я тут вчера заглублял ее там до 4, да, сантиметров, тем более это после картошки, земля уже порыта картофелекопалкой, поэтому здесь она по поверхности рыхлая, просто срезала бурьян и все, здесь же после кукурузы трава, влага, не, короче, она не совсем, будем говорить, мягкая. Плюс пырей этот растет. Ну, вообще капец.
забивает как нож. В итоге видели, да? Заглубился, ну не прет. Пришлось его поднастроить, перенастроить. Все это уже на месте, на земле. То есть, какая бы она, я считаю, тяжелая земля вот в данный участочек. Хоть он и не широкий, тут около 1,5 метра, да? Ну, тяжелый. Он какие глыбы выворачивает. Но, тем не менее, при небольших перенастройках, при правильных регулировках, все это заработало. И я умудрился все-таки протянуть плоскорез, да, шириной 90 сантиметров под землей. Можно, конечно, было поставить культиваторы и пройтись на культиваторах стрелами. Ну, и пластина довольно-таки неплохо все это дело срезала и подрыла. Вот, как-то так. Теперь поставлю бароночку. Просто это выровняю. Ну и заодно выгребу этот весь бурьянец. Даже вот зацепил вот эту всю кучу, которую травы сюда притащил. Сейчас почищу, назад сдам, она здесь и останется. Все, как-то так. То есть разбараную, чтобы вот эти глыбы разбить, пока она еще сырая, не высохла на солнце. Потом будет их хуже разбивать. Впрочем, бороны вы видели, боронки мои, поэтому на этом буду заканчивать. Кому понравилось, ставим лайкосик, заходим, подписываемся на второй канал, заходим в гости ко мне в группу самодельщиков в Telegram, ссылочка также в описании. Все, всем пока, с вами был Санек, еще увидимся.